На 90 площадках своей экспозиции представляют без малого 500 участников. Нет той сферы, которую не охватил бы фестиваль «Наука 0+». Здесь смешалась алгебра, геометрия, механика. Все это можно потрогать, пощупать. Именно так и поступают юные гости фестиваля. Пока кто-то играет, кто-то выбирает профессию. Для старшеклассников фестиваль – шанс побольше узнать о главном вузе страны и возможность познакомиться с будущими преподавателями. Ценно и то, что приобщиться к науке можно абсолютно всем и абсолютно бесплатно. Надеемся, что тысячи молодых людей придут посмотреть, почувствовать, поработать на этих роботах, ну и приобщиться к науке. Фестиваль «Наука 0+» продолжится до воскресенья. Впереди еще лекции от нобелевских лауреатов, ученых с мировым именем, а также телемосты с арктической и космической станциями.